Всем привет! Привет, кто зашел ко мне на канал в гости к Павловне. Просят подписчики показать, что у меня растет на участке. А что показывать еще, девчонки, нечего. Вот этот участок у меня, ну тут небольшой у меня под яблоней. Молодила прошлый год вот этот весь участок. Тут, наверное, сантиметров 80 на 50 у меня. Огорожена, ну, маленько оградила камушками. Вот все было в молодиле. Молодила, все у меня затянуло. Красота была, зеленый такой коврик. А нынче, вот видите, оно то там немножко, то вот тут немножко. Ну, отростки есть, так сказать. Думаю, все будет хорошо. Посмотрю осенью, покажу. Вот это вот тоже суккулент, вот эти зелененькие, яркие, зелененькие, мелконькие листочки. Оно потом зацветет. Тоже было их много-много вот здесь по краю. Цветочки мелконькие, беленькие. Ну вот видите, то ли со снегом, что ли оно все ушло, оно маленько как бы на горочку. Но вниз идет, с горы вниз. У нас участок такой неровный. Может, поэтому. Ну, будем надеяться, что... Вот здесь под яблоней он у меня расположен. Здесь вот сейчас тюльпаны всходят. Расцветут. У меня прошлый год здесь и белые, и желтые. Красивые такие пломбир сорта. А вот это вот декоративный лук или чеснок. Он, я не забыла. Ну, что-то это луковочное. Цветет, конечно, красиво, голубые такие шары. Но когда его на участке много, это тоже уже... Я вот утром курицам его рву, они хорошо. Вот уже трава начинает лезть. Вот эти цветочки растут тоже. Не знаю, как называется. Они что-то с голуба. Не знаю, у них мелконькие луковочки такие. Вот петушок у меня распелся. Вот эта вот птица млечника зацветет тоже белыми такими, какую-то с монетку такую, с пятикопеечную, что ли, ну, большая, ранняя, которая была, медные пятаки, с пятикопеечную монету расцветет. Такие пятилистник такой белый, чисто белый цвет, красивый. Ну вот что, показывать нечего особо. Тюльпаны, нарциссы всходят. Сегодня солнце вроде взошло. Такое яркое солнце, но ветер прохладно, холодно. Даже можно сказать. Шла снимать, ну, сниму, покажу эти цветочки. И заодно зашла там в курятник. Снесла у меня шелковая курочка. Сейчас покажу вам сравнение. И фоксичик. Покажу сравнение яйцо. Завтра уже этих гостей. Вот для сравнения два яйца. Завтра этих гостей шелковых китайцев ввозим в освояси. И надеемся, что гостевание прошло успешно. Интересно, яйцо чуть побольше перепелиного. Я представляю, какие маленькие цыпляточки будут. Ну, а перепела-то, видимо, не он, какие маленькие, растут потом быстрехонько. Ну что, на этой позитивной нотке я хочу сказать всем пока-пока. Заходите в гости к Павловне, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока!